Лучший бомбардир регулярки 19-20, обладатель рекордов московского «Динамо» и КХЛ, второй в списке самых результативных нападающих в истории лиги. Все знают Вадима Шипачева как хоккеиста высокого класса. Но во время паузы можно проявить свой талант и в других сферах. Например, на кухне. После готовки законный отдых. Так, после баньки хороший с дедушкой. Хороший чаечек, да, с медиком. Вот, очень здорово. Всем здоровья и хорошего настроения, хороших выходных.